Всем привет! Всем привет, друзья! Сейчас мы переходим к нашей главной чакре, седьмой по счету, которая находится уже даже не в голове, а над головой, как корона. Ильдар, и как она называется? Сахасрара. О, правильно. Если вы боитесь, если вы не уверены, лучше не надо. А если вы действительно хотите попробовать что-то новое в жизни и увидеть что-то другое, посмотреть на этот мир вообще другим взглядом, попасть в транс и увидеть этот мир другим взглядом, то я вам обещаю, вы не пожалеете. Самое главное, помните, что если вы попадете в этот мир, в прежний вы уже не захотите возвращаться. Этот совсем другой мир. Причем нам никакие наркотики для этого и не нужны даже. Для этого хватает только лишь единение с природой, с самим собой и со своей душой. Смотрите, у нас в органы Си 121,5 Гц. По частоте 432, конечно же. Так как она гармоничная частота, гармоничный строй. И вот мы под звуки птичек возле озера сейчас попробуем попасть в это состояние. Чтобы в него попасть, самое главное, надо просто постараться представить себе, что из вас вся эта энергия, как фонтан теплый такой, в виде разлетающихся искр. Хотите, представляете себя как вулкан. Как угодно представляйте, главное представляйте себе, что она из вас выходит и устремляется куда-то в небо, или не знаю, там, куда-то туда, в космос. И вы просто должны играть и ни о чем не думать. Здесь не нужно использовать какие-то техники. Тут не обязательно дышать. Здесь надо просто играть. Но эта техника работает только после того, когда вы прокачали все чакры. Начиная с нижней, заканчивая вот в этой последней. Это очень важно. Вот без прокачки всех чакр испытать этого не получится. Здесь по варганным техникам, думаю, да, все понятно. Главное сейчас уже отключить ум и отдаться импровизации. Импровизации с разными техниками, как вам удобно, комбинируя, может быть, где-то наоборот зависая в каких-то однообразных звуках, которые вам нравятся. И самое главное, вот это вот растворение, соединение с природой. Со Вселенной. Со Вселенной. Поехали. Супер прям.
Что ты чувствуешь? Полного спокойствия, прям как тишь просто. А я вот чувствую, знаешь, что как будто бы у меня вот как будто затылок вот так кто-то слегка раздвигает, вот такая часть. Вот, ну, ощущение такое, как будто бы вот хорошее ощущение.